начале марта спортсменка отделения художественной гимнастики Московского училища Олимпийского резерва номер один Анастасия Гузенкова завоевала золотую и две бронзовых медали чемпионата России. Она на равных соперничала с такими звездами, как Лала Комаренко и сестры Арина и Дина Аверины. Этот результат воспитанницы олимпийской чемпионки Юлии Бурсуковой тем более примечателен, что Анастасия вернулась в большой спорт после годичного перерыва, пережила травму, операцию и восстановление. И сразу такой успех. Гузенкова назвали настоящим открытием чемпионата России. Конечно, я неимоверно рада, то, что получилось сделать почти все задуманное, выполнить программу упражнения с лентой хорошо. И я рада, что судьи оценили на золото чемпионата России мое упражнение. Можно сказать, это мои первые соревнования за этот год. И я очень рада, то, что удалось показать такой результат. Конечно, программы были выполнены не на максимум. Я еще не в самой лучшей форме. Но я верю, то, что по этим правилам я сейчас научусь работать. И мы все перестраиваемся, стараемся выучить новые мастерства, новые элементы. Пока это дается немного с трудом. Но я верю в то, что мы все приспособимся и в скором времени покажем свои лучшие программы в лучшей форме. Вот. Конечно, соревноваться на одном ковре вместе с Диной, Ариной и Лалой – это действительно большого стоит. И то, что я могу составить им конкуренцию, это очень здорово. То, что я могу конкурировать с ними, то, что где-то вот мне удалось вырвать у них победу, это действительно здорово. Я очень рада, то, что получилось выполнить свое упражнение без ошибок грубых. И судьи это оценили. Я рада. Отношения в команде у нас очень хорошие. У нас нет никакой злости, зависти. В первую очередь мы все дружим. На тренировочном ковре мы все работаем над собой. То есть у нас нет времени на ненависть, какую-то злобу к друг другу. Вот. И в жизни мы все общаемся хорошо. В апреле прошлого года я заметила то, что у меня плохо стала работать стопа. И в августе мы сделали операцию. Вот, прошло долгое восстановление. И спустя год я снова выступаю. Снова могу показывать свои программы, выступать для зрителя. Это счастье. Это просто потрясающие, невероятные эмоции. Самим очень интересно это узнать, как у нас сложится дальнейший сезон. Сейчас пока неизвестно, какие будут дальше соревнования. Надеемся, то, что международные турниры все-таки будут проводить. Вот, но пока точной информации у нас нет.